Друзья, всем большой привет! Сегодня я хочу вам рассказать про один ресторан, который находится в порту города Эль-Масноу. И сюда можно очень легко добраться от центра Барселоны за 25 минут на пригородных электричках. Ресторан называется «Суши Я», работает по системе буфета, а это значит, что вы платите фиксированную стоимость и едите сколько хотите. Ну что, пойдемте быстрее на ужин, мы сегодня сюда приехали, значит, будет много вкусной еды. Вообще в порту Эль-Масноу достаточно много ресторанов. Например, есть ресторан «Ла Санта», где мы также с Глебом ужинали. Но это было давно, 2 года назад. Хороший ресторанчик, но мы в него не возвращались, потому что каждый раз пробуем здесь новое место. И вот буквально месяц назад мы зашли первый раз в «Суши Я» и просто были в восторге от того, как там вкусно. Моя рекомендация по маске суши также остается актуальной. Там до сих пор вкусно кормят. Тоже работает по системе буфет и находится в Эль-Масноу. Но вот сегодня я вам расскажу еще про один ресторанчик, который достоин внимания. В ресторане очень милый интерьер, также здесь есть терраса, то есть можно покушать на улице, но когда жаркий день, то очень хорошо внутри, потому что здесь прохладно, работает кондиционер, и у нас есть меню, именно к нему мы обратимся, чтобы выбрать, что поесть. Есть меню. Здесь можно прийти как на обед, так и на ужин. На ужин меню стоит дороже. 21 евро 95 центов. Это на 20 сентября. Днем можно заказывать только белые квадратики. А вечером можно заказывать как белые, так и красненькие квадратики. Вот мы сейчас и выбираем, что мы поедим. И заполняем табличку с номером блюда и количество порций. Вот, например, я хочу какое-нибудь блюдо, например, что я хочу? Я, например, хочу себе гребешки. Я пишу номер 51. 51. И поскольку Глеб их тоже хочет, мы возьмем сразу 2 порции. Пока мы выбираем, что еще заказать из основного меню, я вам хочу рассказать про вот этот вот ламинированный листик. Здесь представлены разные вкусные блюда, которые действуют тоже на вечерний, ну, либо праздничный выходной день. Что здесь можно взять? Например, здесь можно взять тартар из тунца, из рыбы бакалау с трюфелем. Здесь можно взять какой-то бутербродик. Очень много всякой дополнительной вкусняшки вот на этом вот листике. После того, как заказ готов, а точнее все выписано на листик, что вы хотите, надо просто дождаться официанта, который этот листик заберет, и все. Потом будет только подноситься еда. Отдельно хочу отметить, что здесь в стоимость буфета не входят напитки. Но их обязательно нужно заказать. Либо водичку, либо сок, ну, либо кто уже что хочет. Вот мы заказали. Все, листик у нас забрали, напитки нам принесли. Осталось только подождать еду и наслаждаться. Бояться заказывать разнообразные блюда, потому что порции здесь небольшие, можно попробовать много всего. Например, сейчас у меня представлен поке с тунцом. Здесь есть авокадо, тунец, манго и микрозелень. Собственно, все это дело употребляется, и после этого можно переходить к следующему блюду. Тот, кто плохо орудует палочками, здесь можно попросить вилочку. И официанты принесут вилку. Ну, мы с палочками здесь управляемся.
приходит еда. Например, сейчас пришел стейк, и стейк здесь очень вкусный, прям нам понравилось в прошлый раз, и мы заказали еще порцию. Как видите, разнообразие большое. Здесь есть и рыба, здесь есть морепродукты. Например, салатик, который содержит в себе лосось, креветка и рыбка-бакалау, треска. Ничего лишнего. Или, например, вот такое смешное блюдо, которое я сейчас хочу употребить. Это грибочки с телятиной. Ни разу их не пробовали, но вот будем пробовать. Также здесь есть суши с угрём, просто лосось, всякие разные виды роллов. И... А также можно здесь попробовать вот такой морепродукт, как гребешки. Отдельно хочу отметить посуду, в которой подается еда. Это все очень красиво, сервировка классная. Вот такие вот милые тарелочки. Например, вот такая яркая тарелочка. Маленькие порции вот в таких вот маленьких симпатичных тарелочках. В общем, с посудой здесь все хорошо. Как и с качеством, кстати, еды. Все очень вкусно. Ох, когда вы уже наелись, есть больше не хочется, а еда у вас на столе осталась, то главное здесь помнить, что каждая несъеденная порция оплачивается дополнительно. Это как штраф. Тут рекомендуют брать сначала так, чтобы вы покушали, и если вы будете чувствовать, что вы готовы съесть еще или там голодны, то заказать несколько порций больше. То есть сразу не заказывайте все подряд, потому что может быть настать такой период, когда что-то осталось, а больше не лезет, как, например, вот эта сепия. Но чего не сделаешь, чтобы не заплатить штраф. Дышать сложно. Как дела? Ну, там говорить. А что говорить? Здесь очень вкусно. Хочется съесть все. Некоторые позиции хочется заказать еще. Мы это делаем. И потом сидим и сожалеем о заказанном. Вот. Но что хочется отметить, что тут можно есть бесконечно. Просто рыбу и морепродукты. Заказывать тартар, заказывать какие-то салаты, которые не содержат, например, рис. Но хочется разных суш попробовать, хочется попробовать, например, креветки в кляре. И того на столе собирается много всего, большое разнообразие. И после, не знаю, там 10-15 блюда понимаешь, что ну все, что объелся и больше есть не можешь. Но мы это место очень рекомендуем, потому что здесь вкусно. Это место очень хорошо расположено, особенно если, например, приехать с другого города. Сюда можно доехать из Барселоны за 20-25 минут и пешочком чуть пройтись его в этом ресторане. Либо с соседних городов, там хоть с Бланоса приехать. Электричка пригородная ходит и прямо к ресторану подходит. Вот. Стоимость вечернего меню почти 22 евро, дневное почти 15 евро, что, в принципе, соответствует качеству еды. На кого вы стали? Но на этом все, ребята. Кто будет в этом ресторане, пишите в комментариях, понравилось ли вам. Мне очень важно получить обратную связь, потому что нам было вкусно. Вкусно нам было? Да. В общем, ура! Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки. Ну а мы, в общем, не спеша пойдем домой. Фух. Всем пока!